Я сидел в баре, смотрел в окно, за которым бурно шел дождь. Настроение было отличное и даже бодрое. Казалось бы, плохая погода должна нагнетать грусть и тоску, но только не перед походом в зону. Напротив меня сидел мужик, который пристально смотрел на посетителей сего чудного заведения. Главное, смотрел он только на потенциальных сталкеров. Этих людей распознать несложно, а скорее очень просто. Шрамы на руках и на лице, не совсем здоровый цвет кожи и угрюмые рожи. Может, именно поэтому этот мужик на меня не смотрел. В зону я хожу очень давно, и мне не доводилось попадать в аномалии или в крупные передряги с мародерами. Мне везло на пулевое ранение. Уж больно часто я лежу в больничке с этой проблемой. И в какой-то момент я потерял из виду подозрительного мужика. Я подумал, что он смылся уже. Но не так все гладко оказалось. Он подошел к моему столу с пивными кружками в руках. «Можно присесть?» Слишком брутальным голосом обратился ко мне этот пришелец. Я махнул рукой на свободное место и начал изучать внешность мужика, анализируя походку, мускулистое телосложение и точные, как у хирурга, движения. Пришел к выводу, что передо мной бывший или еще действующий военный. «Меня зовут Дима. Я тут у вас не так давно. Ищу человека, который не прочь заработать очень крупную сумму денег и заодно помочь благому делу». Его речь меня не удивила. Было интересно, что же он может мне предложить. «Меня Стас зовут. Если тебе нужен проводник, то это надо идти к Толику или к бармену, а он уж найдет тебе проводника». «Это, конечно, хорошо, но мне нужен проверенный человек, которому другие сталкеры доверяют». Явно этот Дима на меня намекал. «Я так полагаю, я тот самый человек, раз вы ко мне подошли?» «Именно». Он пододвинул мне кружку пива. «Спасибо, конечно, за такое доверие. Но, боюсь, у меня не...» «Плачу поллимона наличкой и в баксах», — прервал он меня. Я чуть не закашлялся. «Деньги — это очень весомый аргумент. Я за такие деньжищи в зоне год прожить могу, отстреливаясь от мутантов с пулемета». «Хорошо, деньги большие, не спорю. Перед тем, как я дам ответ, хотелось бы узнать суть просьбы или задания». «Сразу видно, деловой человек. А суть задания проста на первый взгляд. На территории зоны есть научная база, засекреченная и очень охраняемая. Даже не все сталкеры про нее знают. Но я проверял, ты лично там 3 раза сдавал арты. Ты меня проведешь в это место, а дальше я расскажу подробнее. Если ты откажешься, я заплачу за то, что ты меня отвел». «Очень подозрительно все. Ну хорошо, когда тебе надо туда попасть?» «Желательно в течение 2 суток. Потом, возможно, будет поздно». «Это плохо. Надо тогда выдвигаться завтра на рассвете». «Договорились. Мне с собой что брать?» «Ты же военный, я сразу понял. Возьми то, с чего стрелять хорошо умеешь. И еды себе. Все остальное — моя забота». «Хорошо». Он, видимо, не ожидал, что я соглашусь. Радости было полные штаны. Я показал ему на карте место встречи и время, в которое надо быть уже там. Ни раньше, ни позже. А то место там открытое, и, глядишь, мутант заметит. Пришел на место встречи на 5 минут раньше, дабы осмотреть место. Ох, не нравился мне этот Дима. По человеку видно, когда он задумал что-то плохое или неплохое, но цена этому хорошему велика. Через 5 минут я встретил Диму. Он нес с собой АК и рюкзак, который, как он сказал, был набит патронами и консервами. Ну и хорошо, что он взял АК. Я просто его тоже взял. Теперь, если что, можно патроны друг другу давать. «Куда мы путь сначала держим?» — спросил он у меня в самый разгар моего размышления. «Нам надо идти просто прямо на север. Минуем один холм, и мы возле цели». «Ну, тогда давай выдвигаться».
Да, хорошая идея. Мы шли уже час, и ничего интересного не произошло. Только собака из кустов выбежала, и Дима захотел ее пристрелить, но сделать это я ему не дал, так как на шум выстрелов и на запах трупа прибежит стая. Спросил Дима и пальцем указал на место, где творился ад. Я не мог ему объяснить, что это такое. За свои 5 лет в зоне такого не встречал. Из земли огромными кусками вылетали куски травы, а за ней и сама земля начала подниматься в воздух. А над всем этим вверху кружил маленький ураган красного цвета. Я подошел поближе. Таинственное образование не давало мне покоя. Обычный сталкер кинул в него болт. Тишина. Ничего не произошло. Даже болт, который я кинул, не полетел к урагану. Неожиданно из аномалии в меня полетел огромный кусок земли, который ударил меня в грудь, и я отлетел на 6 метров. Вот это ни хрена себе! Что это вообще такое? Орал и матерился я. Не знаю, но предполагаю. Это связано с нашим заданием. Ну и? Он держал паузу, и мне это не понравилось. Это связано с нашим заданием. Я обещал рассказать, что вообще тут происходит. И пора бы это сделать. Мы идем к научной базе для того, чтобы украсть секретные разработки ученых. Они создали формулу или что-то такое. Я до конца не понял. Но теперь ученые могут создавать свои аномалии, а как следствие и артефакты. Казалось бы, это прорыв в науке и медицине, но все не так. Аномалии эти, как ты успел заметить, попросту уничтожают зону. Уничтожив зону, эти образования напитают такую энергию, которая способна разорвать нашу планету на мелкие кусочки. У тебя теперь назревает вопрос, а почему власти ничего не делают? Или почему ученые сознательно это делают? Ответ прост. Они надеются, что возьмут ситуацию под свой контроль. Только это вряд ли. У меня другой вопрос назрел. Как ты хочешь это все исправить? Даже имея эти формулы, уже рабочие аномалии ты не остановишь? У них есть специальное оружие, которое и создает эти аномалии. А еще у них есть пульт управления. Мы формулы сберем, а потом разнесем к черту все, что там есть. Пора идти. Мы должны прийти около 1:00. В дороге мы встретили еще с 10 таких вот аномалий. Некоторые были большие и красного цвета, другие маленькие и зеленого цвета. Еще мы встретили мутантов. Кстати, с последним проблем не было.
Они просто пробежали мимо нас. Меня это насторожило. Мутанты бегут либо от мутантов побольше, или от выброса. Как бы то ни было, скоро мы это узнаем. Пришли, как я и говорил, в указанное место к часу ночи. Из места, где мы засели, было плохо видно обстановку, но позже мы поняли, что место мы выбрали удачное. Над головой проехал военный БТР, а за ним еще два, или уже три. Звук громких моторов сливался в одно целое, из-за чего определить количество техники было невозможно. Мы сидели в густой траве и молились неизвестно кому, чтобы нас не заметили. Одна очередь из автомата по зарослям, и вот тебе два трупа. Военные шли длинной колонной по бетонной дороге. Я сбился со счета, когда насчитал около сотни военных. Наверное, проходящий сталкер не понял бы, в чем дело. Объясню вам наш план действия. Нас мало, и поэтому мы решили действовать скрытно и не поднимать лишней шумихи. Хотя каждый из нас понимал, что нас рано или поздно обнаружат. Сами документы будут охранять по три или больше военных круглосуточно. Я вам наврал. Плана у Димы никакого нету. Будем решать проблемы по мере их поступления. Я вообще не понимаю, как можно идти на такое сложное задание без плана? Когда я задал этот вопрос Диме, он только пожал плечами. По периметру были разбросаны вышки, на которых стояли патрульные. В руках у них было СВД, а перед ними стоял огромный прожектор, который захватывал немалую часть территории светом. Вот тебе и картина Репина «Приплыли». Что дальше? Тут наша остановка. Прервал тишину Дима. Чего ждем? Мне знакомый дал информацию, что они меняются каждые 3 часа. В следующий раз будет в 2 часа ночи. Ну что ж, подождем. Что значит молодой Димок? Так, малый, так, да, не подскажете, как бы мне рощу вот эту обойти? Тут и говорит, мне тоже в ту сторону, пошли вместе. Идут себе, хорошо, спокойно идут. На часах показало нужное нам время. И, как сказал Дима, они действительно начали слезать. У нас есть 3 минуты, пока патрульные сдадут пост и отчитаются. За это время мы без проблем успели добежать к бетонному забору, через который нас уже не было видно. Дима шел первый, я прикрывал тыл. Следующей нашей задачей было попасть за сам забор. Сделать это было легко. Тут есть железная дверь, которая была поставлена на случай экстренной эвакуации. 1 минута, и руки мастера вскрыли замок двери. Не зря я практиковался на замках. На территорию вошли прямо возле патрульной вышки. Как же мы напрягались, пытаясь беззвучно открыть ржавую дверь в течение 20 минут. После долгих мучений мы аккуратно прошли мимо вышки и пошли в сторону маленькой будочки. Наверное, это туалет, так как, не доходя до него, мы услышали отвратительный запах. Внутри него мы остановились. «Как дальше действуем?» — полушепотом спросил я. «Вот смотри». Дима достал план этой местности и начал вертеть его, чтобы понять, где мы находимся. «Я так понял, нам сюда?» Я ткнул пальцем на небольшое здание прямо посередине плана. «Да, угадал». Мы пробрались к нужному месту очень удачно. Ни патрульные, ни проходящие ученые нас не заметили. А где же все эти военные, которых мы видели? Спят, что ли? Я походил вокруг дома, заглядывая аккуратно во все окна. Как и предполагалось, возле какого-то сейфа стояло 2 солдата. Всплески пси-активности происходят из-за сбоев в работе системы охлаждения. Если мы сможем починить ее, то уровень пси-излучения существенно понизится. Значит так. Мне нужно время, чтобы поразмыслить над некоторыми деталями. Выдвигайтесь в сторону комплекса. Там как раз находится группа сталкеров во главе с Левшой.
Когда вы будете в дороге, я сообщу дополнительные вводные. Пока я обходил, заметил еще двоих возле входной двери. Дима с правой стороны дома, я с левой. Хорошо, что мы с собой взяли глушители. Два выстрела одновременно, и два бездыханных тела упали на холодную землю. Земля будто забрала их души и теперь жадно впитывает в себя кровь. Но это лиричная пауза. Внутри выглядело все беднее. Ободранные обои, старая мебель. Но вот аппаратура была очень даже современная. Может, они переезжать собираются? Мое мнение таково. Частые выбросы – ничто иное, как рефлекс зоны на какую-то... Я приоткрыл дверь и заглянул в слегка приоткрытую щель. Вояки стояли спиной к нам. Сосуществование зоны и человека тяжело объяснить. Я пихнул дверь и пополз с ножом в руках. Они стояли и болтали о чем-то своем. И вот то, что находится за выжигателями дальше к центру, табу, доступ сталкерам туда закрыт. На удар ножом в горло прервал беседу. Второй уже собирался кричать, но пуля в глаз привела ему аргумент этого не делать. Я снял с трупа ключи от сейфа и пошел его открывать. Только тогда в дверь вошел Дима. «Ну что?» — нервно спросил он. «Да вроде сделано все. Осталось дело за малым. Ах да, я и забыл, что нам еще подорвать тут все нужно. Есть идеи?» «Да, я же с собой взял взрывчатку. Ты дурак, что ли?» Я не на шутку занервничал. «Ты о чем? Только дурак по зоне со взрывчаткой ходить будет. Стас, не переживай, все же нормально было. Так, проехали. Активируй взрывчатку и давай смываться». «Достал документы?» «Да». «Тогда ты выбирайся с документами, а я доделаю дело». Я выбрался так же, как и залез сюда. Но не мог я понять, куда делись все военные. Тут громыхнуло. Меня откинуло на метров 6. Я бы и дальше полетел, если бы не забор. Димы не было видно. Я стоял минут 5, выжидая его, но он не выходил. Здание горело, а к нему сбегались все военные. Я услышал звук вертолета. Через мгновение тут собралось столько народа, что хоть концерт устраивай. Я собрался уже выходить. Как неожиданно для меня, еще раз все громыхнуло. Земля начала трястись, а над горящим домом начал появляться красный ураган. Он, засасывая огонь, становился все больше. Люди, стоявшие возле центра событий, резко сгорели заживо. Мне начали припекать кожу лица, и я побежал от этого места. У меня есть знакомый профессор. Ему я и отнесу эти документы. Может, он последняя надежда спасти мир. А потому, как быстро растет ураган, времени у меня очень мало.
4 сентября 2019 года. Статья в газете. Сегодня ученые, которые долгие годы занимаются исследованием ЧЗО, а также аномальными образованиями, сделали публичное заявление о надвигающейся угрозе человечеству. Говорят, что все очень серьезно, но люди пока относятся к этой новости довольно скептически. А вот правительство США начало нервничать, даже отослали группу своих ученых в самый центр ЧЗО для выяснения причины паники русских ученых. А за дальнейшими новостями следите в нашей газете.